Всем добрый день, друзья. Итак, по просьбе трудящихся я пришел сегодня на пляж Дельфин. И мы с вами прогуляемся по данному пляжу. Вот это вот такой вот погожий, но все-таки не очень солнечный денек. Море замечательное, тихое и спокойное. Вообще прям бархатное. Но солнышко куда-то спряталось. Пляж Дельфин готовится активно. Ну, пока я вот здесь вот в самом начале. Пока еще этого не видно, но дальше, чем дальше мы будем проходить с вами, тем больше у нас будет шансов наблюдать и процесс, как красятся дорожки, как загорают люди. А людей стало намного больше с последнего моего визита на этот пляж. Людей стало больше. Встречаются детские автомобильные такие машинки. Валяется какой-то ребенок, видимо, забыл. Придет домой, будет искать. Баркасы пока ждут своего времени. Вот именно в этом баркасе привозили много-много всякой разной рыбки. Ну, не всякой разной, на тот момент это была барабулька все-таки. Дельфин. И сказать тут больше нечего. Кафешки потихонечку начинают готовиться. Хотя готовились они уже давно, я наблюдал этот процесс. О, народ купается, кстати. Я не знаю, на тот момент, когда я дойду к тому месту, где люди купаются, выйдут они или нет, но тем не менее, сейчас наблюдаю этот процесс купания, погружения. Вот один парень вышел, второй еще во всю воде. Ходят слухи, что температура воды 17 градусов, но я не знаю, я сам не замерял, поэтому утверждать не берусь. Вот, кстати, дорожки, которые красят. Где-то там шумит болгарка. И у меня только один вопрос, куда делось солнце? Где оно? Здесь вот кафешку, видите, все реконструируют. Что-то разнесли, что-то строят, что-то шлифуют. А, это была женщина, это был не парень, это была женщина, которая купалась. Вынесли мебель на пляж прям. Кресло, кровати. Видимо, скоро все это сожгут. Ну, а мы приближаемся ко второй части Марлезонского балета. Тут, в этой части, в районе улиц Добролюбова, Белинского, переулка Бризового, людей, я так скажу вам, чуточку побольше. Как видите, все загорают. Повторю еще раз вам, что загар прекрасно пристает даже при отсутствии прямых солнечных лучей. Даже, может быть, так лучше загорать. Но народ уже, видите, далеко не беленький. Очень даже не беленький, а очень загореленький. Не знаю, есть ли смысл мне пройти весь пляж полностью. Ничего нового я вам, наверное, не покажу. Хотя есть у меня такое новое. Вот смотрите, кто-то рисовал радугу, наверное, какой-то ребенок. Кстати, температура воздуха, я посмотрел сейчас, плюс 23. Очень даже комфортно, ветра на пляже нет. Вообще. Вот с одной стороны хочется полетать, а с другой стороны понимаю, что как бы летать, наверное, лучше в солнечную погодку. Как видите,
один из вот этих вот настилов беседок над пляжем раздербанили, разобрали. Не знаю, что с ним будут делать. И будут ли что-нибудь делать с ним вообще. Увидим позже. Ну, а я, наверное, потихонечку буду заканчивать нашу прогулочку. Ну, дальше я уже не пойду. Большого смысла нет. Также загорают люди. Кое-где виден песочек вот. Кстати, здесь вот есть элементы песка, встречаются чаще, чем на каком-нибудь другом пляже. В районе кафешки, вот той вот в конце, установлены противотанковые ежи. Ну, это от волн. Естественно, они не противотанковые, а просто волнорезы. Это я их так называю. Выйдем чуть-чуть на набережную. Прогуляемся здесь. Ну, здесь, как видите, пока еще ничего глобального не свершилось. Вот эта разобранная площадка. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Может, она и была разобранная раньше. Вот как-то так. Вот такой вот пляж Дельфин. Тепло, некоторые купаются. Но не все. Скорее, больше загорают. Купающихся очень мало. Не знаю, пойду ли я купаться сам сегодня или нет. Сие мы узнаем потом. Курят, как видите, на специально отведенных местах. Там, где урна. Непосредственно вот на пляже нельзя. Ну что, поднимаемся наверх. Именно здесь я и закончу этот ролик, тем более у меня уже аккумулятор скоро сядет. А хотелось так еще показать вам. Нет, ну чуть-чуть еще хватит. Показать улицу Добролюбова, может быть, немножечко победы для зрителей моего второго канала. Но это будет уже отдельный ролик. Пиратское судно в море, кстати, от него. Или это катамаран, или не знаю, что-то какие-то маленькие суда в море. Гораздо меньше пиратского судна. Ладно, друзья, пойдемте уже обратно. Миссия выполнена, заказ выполнен. Напоминаю всем еще раз, ребята, все вопросы, все просьбы, пожалуйста, присылайте на почту. Все остальное я, можно сказать так, не воспринимаю. Не то, что не воспринимаю, забываю. Вот сегодня что-то вспомнил, а что-то нет. Я не вспомнил про парк без напоминания на почту. Всем пока, до новых встреч.